У меня как раз отец работает в Мострансавто. И сейчас работает? Да, и сейчас. Он уже 20 лет там отработал. Ты сейчас все еще работает. Вот, ездит на ЛиАЗах, уже привыкли все к ним. Говорит, отличная машина. Ну, конечно, есть везде свои нюансы. Воспитывает вас в части ЛиАЗа, да, или да, то есть я постоянно получаю обратную связь про наши автобусы. Там он что-то скажет, так, а вот здесь вот там надо чуть-чуть доработать. Да? Такой, так, прихожу на работу, такой, так, надо посмотреть, как здесь можно доработать. Интересно. Приятно, на самом деле, делать автобусы именно для своей родной области, можно сказать, для своего отца. Вы учились в школе Ликино-Дулево? Да, да. А как вы поступили в Бауманку? По Олимпиаде. То есть вы дружите с математикой, физикой? С математикой и с физикой, да. Дружите? Да, и с физикой дружу. Тоже? Ну, сейчас уже, наверное, в меньшей степени, но в целом, да. Здорово, круто. На бюджете учились или платили? На бюджете. Даже на бюджете? Да, на бюджете. Сколько ЕГЭ вы сдали баллов? Честно, сейчас вы не по Олимпиаде. Вспомню, да, я как-то даже не... Но высоко, наверное, да? Ну, по физике у меня, по-моему, был первый результат в городе.